Ну что, друзья, приветствую всех на канале Хаймком. И в этом видео мы с вами разберем рынок, разберем вообще, что будет на следующей неделе и что у нас случается в ближайший месяц на криптовалютном рынке. Смотрите, у нас есть такая вот карта, да, карта криптовалютного рынка, где мы видим, что у нас сейчас происходит. У нас пока мы стоим в боковике, видите, из всех валют, криптовалют, только Bitcoin Cash показывает какой-то процент, да, но не все. Вот, поэтому главное нам следить за тем, что вообще будет на американском рынке, куда пойдет S&P, какие будут данные, выше данные по инфляции, видите, они как бы сделали такой вот задерг и опять биткоин слили. Смотрите, вот если посмотрим на вообще всю карту, да, что у нас есть? У нас есть NASDAQ, Russell 2000, да, то есть вот S&P, Dow Jones, все у нас индексы скорректировались на этой неделе, биточек тоже, соответственно, скорректировался. Вот, что касается у нас графиков, да, поздравляю, курс доллара у нас 100 рублей, это значит, что теперь нам удобно считать вообще прибыль, да, но неудобно вкладывать в доллар, потому что он очень дорогой. Но это не предел, как говорится, есть еще 105 уровень и 120. Поэтому если мы к ним придем, то как бы будет это очевидно. Да, также евро 108 рублей и индекс Московской биржи подходит к своим хаям, не собирается куда-то корректироваться, поэтому кто торгует Россию, вы молодцы, вы этот рост как бы могли заработать, да. Вот. Что касается по рынку, капитализация у нас 1,13 триллионов долларов. Видите, мы стоим в боковике, никуда не выходим, пока как бы стоим. Вот капитализация, соответственно, без альтов 562 миллиарда. Тоже мы зашли за нижнюю границу, за 600. Так, дальше по биткоину у нас что? По биткоину у нас мы закрыли, смотрите, мы день, первый, второй, третий день мы закрываем ниже уровня очень сильного, который вот отсюда образовался, вот этим паранормальным баром. Это уровень 29465. Что мы видим? Мы видим, что у нас мы торгуемся под ним, но это не означает, что еще как бы кто-то открывает шорты, да? Вот если смотреть день, как у нас неделя закроется. Неделя закроется, допустим, ниже, да? Но это тоже еще не та формация, которая говорит о развороте. Месяц. Месяц у нас как закрывался, смотрите. Ну, такой как бы еще более непонятный, да? Вот, поэтому давайте вернемся к дневному. И мы видим, какие у нас сценарии есть на эту неделю. Видите, весь объем у нас скоплен в районе 30-300, то есть 30 тысяч, да? Видите, мы его тестируем уже сколько месяцев, уже второй месяц пошел. Вот, не забываем также про 15 число, каждого месяца происходит какая-то движуха. Видите, после этого 15, после этого 15 и ждем 15 августа, соответственно. Вот, соответственно, что у нас дальше? Мы зашли под уровень. Торгуемся, все, что ниже вот этого уровня, это шорт, да? Шорт со стопом за уровень и потенциал у нас вот 28400, 28500 и 28000, куда мы можем, в принципе, слить биткоин. Вот такой сценарий сейчас есть, да, поэтому пока предпосылок для какого-то роста нет, видите? Только если там не сделают какой-то еще фат новостной, который позволит биткоину, соответственно, с текущих прям запульнуть ракету, да, и перебить вот это все. То есть, смотрите, пока мы находимся в шортовой зоне, вот все, кто здесь шортит и ставит здесь стопы, видите, стопы выбили у кого-то, вот эти вот ключевые стопы, если их вынесут, то пойдет какой-то импульс. Может пойти импульс дальше вверх с перехаем, да, либо, ну это после 15-го, соответственно, либо мы сделаем перехай и сольем опять в район вот этой трендовой, да, не забывайте, что еще есть трендовая вот эта, которая будет также удерживать, сейчас давайте я вот так прочерчу, так вот,
Вот, то есть она будет удерживать. То есть как мы можем сделать? Мы можем туда проторговаться, да, и как бы к ней спуститься, сделать такой вот ретест и как-то вот так вот поджимать и, допустим, выход наверх. То есть такой сценарий последнего заходного импульса может, в принципе, быть вот в район гэпа 36 тысяч, да, мы его так и не закрыли. Вот, что касается лонгов, ну, лонгов можно вот пробовать смотреть 28 тысяч, кто торгует на фьючах. Кстати, если вы не знаете, где торговать, надежная биржа нахождения биржа Bybit, ссылка в описании, до 5000 долларов на депозит вам будет начислено, соответственно, бонусом. Вот, также не забывайте подписываться на телеграм-канал мой. Вот он, каждый день тут анонсы, новости, соответственно, сделки, тесты, видите, данные, какие выходили, вы будете всегда в курсе, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот даже сделка тут, видите, по доллар-иене, которая у меня как бы закрылась с прибылью, трейд 3 к 1, тоже можете посмотреть, сделки тоже есть. Вот также по фунт-иене сделка, стоп, где вход был и так далее. Поэтому много чего полезного, много интересного. Подписывайтесь и не пропускайте. Вот, давайте теперь посмотрим на другие у нас монеты. Видите, лайткоин задержался на трендовой. Пока ничего, альты. Поэтому, видите, все на низах. Можно откупать, кто держит какие-то монеты, да. Соответственно, вот Аптос, видите, по 7. По 7 долларов тоже дешевый, тоже могут его запустить потом на TLT облигации. Видите, они в пол вдавлены, что было 22 числа, точнее 22 года. Они были в пол, потом разворот рынка. Сейчас тоже они в пол, может тоже быть разворот рынка. Видите, одно такое. Дальше, ну по Тесле, видите, тоже Тесла корректируется, тоже у него был уровень. Боинг так и остался наверху. Золото. Золото у нас, смотрите, что. По золоту мы пришли к важному уровню, который удерживали, и от него пошла реакция. А какая будет реакция, я не знаю, но золото пока вниз. Этот уровень является важным. Будем смотреть. S&P. Видите, S&P задержался на 445. Если все, что ниже этого уровня, это шорт вплоть до 430. Индекс доллара вообще шикарно смотрится. Смотрите, вот этот уровень очень сильный. Мы закрылись выше уровня. У нас ближний ретест. У нас поджатие. И эта формация в пробой в район 103-105. То есть, если доллар дойдет туда, то, соответственно, по биткоину сами смотрите, что будет. Вот, давайте посмотрим по фьючам на биткоин. Фьючерсы на биткоин. Смотрите, что у нас тут было. Гэпы есть или нет? Посмотрим. Гэпов нет. Да. Знаете, где мы закрылись? 29 520. 29 520. А здесь мы закрылись 29 395. То есть мы можем открыться здесь с гэпом сюда, да, и прокальнуть как-то. Вот это что касается биткоин. Теперь посмотрим ликвидацию. Смотрите, ничего не ликвидировало, все тихо, все ждут анонсы, новости, да, которые могут произойти, поэтому следите за, соответственно, каналом Telegram, чтобы не пропустить. Также, если вы хотите научиться торговать, ну, как более профессионально освоить эту профессию, то у меня есть наставничество. Ссылки в описании, пишите мне в личные сообщения, и я вас проконсультирую, в какой вы стадии находитесь, что вообще вам необходимо для начала. Поэтому пишите, буду ждать. Ну, на этом, в принципе, все. Спасибо за внимание. Ставьте ролику лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в следующих роликах. Пока.